Когда изжога, руки сами тянутся туда. Три точки, три минуты и никакой изжоги. По ссылке в шапке профиля мы каждый день занимаемся своим здоровьем. Куда же тянутся наши руки? Сюда. Наша рука тянется к этому месту, где болит. Большой пальчик перпендикулярно телу заходит под область солнечного сплетения вот сюда, вот в эту ямочку. И держим так одну минутку. Пальчик пусть проникает глубже, а вы принимающим дыханием вдох, выдох. Расслабляйте это место. Как правило, только этой точки уже было достаточно всем моим знакомым, когда я показывала это упражнение. И следующее. 2-3 сантиметра ниже. Опускаемся. Берем других два пальчика и начинаем вот такими вот легкими массажными движениями заходить в наше тело, принимающее дыхание. Включаем вдох и на выдохе. И третья точка еще ниже, на 2-3 сантиметра выше пупка. Пальчики теперь ставим перпендикулярно и начинаем вот такими вращающими движениями массировать эту область и расслабляем. Вдох и выдох, вдох и выдох. Наслаждайтесь здоровьем, погладьте свой животик. Поблагодарите его и дайте ему немножко горячей водички.